Пока одни отгуляли последний звонок, другие уже отметили выпускной. В одном из клубов столицы Черноземья прошел благотворительный вечер под названием «Добрая фея» для 23 ребят из воронежских и семилукских детдомов. Как это было, расскажет Кристина Штерн. В импровизированной гримерке порхают кисточки для макияжа и не остывает утюжок для волос. Царит праздничная суета. Так бывшие 11 и 9-классницы превращаются в самых настоящих принцесс. Мейкап от лучших визажистов, наряды от известных воронежских дизайнеров. Для многих из этих ребят такое впервые, словно как в сказке про Золушку. Я собираюсь поступить в педучилище на учителя начальных классов. А потом заочно учиться на высшее образование и работать с воспитателем. Я крашусь каждый день, но так красиво у меня не получается. Сегодня я посмотрела достаточно очень много девушек прям красивых. Я бы сказала, даже очень многим именно такой наряд и подходит. Ну, потому что я знаю, что все дизайнеры предоставили платье, подарок девочкам. А дизайнер, если предоставил, то он, соответственно, и видел, в чем девушке очень хорошо. И подбирал именно под нее. Эмоции, говорят ребята, смешанные. Радость соединяется с грустью, воспоминания с надеждами на будущее, восторг с пугающей неизвестностью. Вроде некоторые дети говорят, ну, когда эта школа закончится, но потом ты понимаешь, что нет, нужно вернуться, но уже поздно. Не боишься, что тушь потечет? Нет. Мы за столько лет уже сроднились с этими детьми. Мы вкладывали в них, учили их добру. И надеемся сегодня, вот когда они стоят перед такой вот взрослой жизнью, они выполнят все наши наказы, вот, не разочаруют своих педагогов. Цель благотворительного концерта – не только подарить частичку добра и настоящего праздника ребятам, оставшимся без попечения родителей, но и помочь им найти свой путь в жизни. Объединить на общей, скажем так, сцене, площадке талантливых детей из детского дома, дать им какое-то направление, профориентацию, дать им пообщаться с успешными, интересными людьми нашего города, чтобы они понимали, что... Чтобы они понимали, что мечты сбываются, что цели, которые они ставят перед собой, они тоже достигаемы. Мы будем помогать обязательно поступать в вузы. Как вы знаете, что не все дети даже обеспечены жильем. Соответственно, мы будем помогать, чтобы они и в общежитии были устроены, и вузы, соответственно. То, что талантов тут хоть отбавляй, это не просто слова. Доказательства – номера, приготовленные ребятами, стихи их собственного сочинения и мини-выставка декоративно-прикладного творчества. От рукоделия до живописи. Я нигде не училась рисовать. С детства у меня был дядя, который меня воспитывал, и у него был шикарный талант к рисованию. Я решила пойти по его стопам и начать рисовать. Подарили краски масляные, решила попробовать, и получилось. Здесь не только художники, но и будущие юристы, преподаватели, парикмахеры, механики и даже певцы. Например, 17-летний выпускник Воронежского дома-интерната Алексей Фролов участвовал в шоу «Ты супер» и дошел до второго тура. Помогал ему в этом воспитатель Андрей Козырев. Он поддержал юношу и сегодня, выступив вместо него. Алексей заболел, но такой праздник пропустить не смог. Никакой. Я не знал, ехать или не ехать, но пришлось поехать, потому что я выпускник, и мне больше не получится вот в этот клуб поехать. Я буду идти по этой дорожке в жизни и как-то свои музыкальные способности развивать дальше и дальше. Наверное, это его немножко сподрило. То есть он понял, что нужно стремиться дальше, раз он попал на такое шоу. То есть можно попасть еще куда-то. Конечно, он не занял первого места и второго не занял, но все-таки он дошел до второго тура. Ну и это дало какой-то толчок и другим воспитанникам. А после концерта подарки от благотворителей. Организаторы вечера говорят, это только начало. В следующем году они обещают собрать ребят из районных домов-интернатов и подарить им не просто выпускной, а целый фестиваль.